Сегодня у нас на мероприятии работает порядка 40 волонтеров. Это волонтеры Победы, это представители движения «Юнармия». Волонтеры Победы занимаются помощью в рассадке, в навигации по стадиону, помощь пожилым людям, сопровождение ветеранов войны, ветеранов трудового фронта, тружеников тыла, детей войны, чтобы им помочь рассесться на трибунах, юнармейцы, представители юнармейского движения. Они присоединились к акции «Георгиевской ленточкой» и раздают всем желающим георгиевские ленточки и также небольшую памятку, как ее нужно носить, что необходимо ее носить в районе сердца, нельзя ее носить ниже локтя, повязывать ее на предметы, на сумки, и что к ленточке необходимо относиться бережно и с уважением.